А это интервью я должен вести очень-очень активно и быстро, с горящим взглядом и просто бить копытом, потому что мы сегодня будем обозревать интересную компанию, которая занимается энергетиками. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Константин Тебенев, я директор по маркетингу Python Sedex. Расскажите, где вы базируетесь? Мы из Екатеринбурга, производим сидр и безалкогольные напитки из сока прямого отжима. Замечательно. Во-первых, я вижу бросающий в глаза дизайн. Название уже говорит само себя, энергетик натурал, настоящий уральский напиток. Да, на самом деле мы думали, как назвать наш энергетик, и решили назвать энергетик энергетик. А чтобы подчеркнуть его натуральность, мы решили написать натурал, чтобы на теме, которая сейчас в Европе у нас происходит, сделать небольшой хайп. Вам это удается. Во-первых, когда ты увидишь это на прилавках, ты поймешь, что надо брать и выделяться из массы московской интеллигенции. Да, на самом деле у нас энергетик только с натуральными продуктами, то есть у нас нет ароматизаторов, красителей, сахара, то есть все для зожников, глютен-фри, лактоза-фри, то есть все для вас, дорогие потребители. Энергетик без сои? Без сои, естественно. Никаких ГМО. Замечательно. Самое главное, это полезно или это не вредно? На самом деле мы отдавали в лабораторию изучать, и в нашем энергетике нашли пектины, дубильные вещества, которые, собственно, помогают пищеварению. То есть наш энергетик можно пить за обедом, и он позволит лучше переварить пищу. Получается, он тебе помогает не только взбодриться, но и переварить то, что ты кушаешь. Да, причем эффект бодрости, он такой мягкий, то есть в течение часа. А у нас все по ГОСТ. Собственно, ты поел, переварил пищу и взбодрился. Замечательно. Я надеюсь, мы сейчас вот обязательно попробуем этот энергетик. И дальше тоже пойдет все очень энергично. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. И надеюсь, что в ближайшем магазине у дома скоро я тоже смогу выпить этот прекрасный энергетик. Ну, на самом деле мы сейчас подписали контракт с самокатом. И у нас самокат будет выпускать под своей торговой маркой наш энергетик. Так что... В общем, заходя в самокат, мы поймем, что на сайте вот конкретно вот этот энергетик вкусненький, он сделан вами. Ну, на самом деле у них будет только один вот этот энергетик под маркой самокат, и это будем мы. Всем вас поздравляю, спасибо большое и удачи.